Всем привет, здрасте, все болельщики, фанаты Сурфона. Честно, от души, искренне хочу вам сказать большое спасибо. Вы нас поддерживали в период, когда я пришел сюда. Я очень удивился, потому что я понимаю, что мы не играли в домашней игре в Термезе. Вы очень старались, приходили на наши игры в Самарканде, в Алмалике, в Ташкенте. Везде, где мы просто играли наши игры, и мы очень чувствовали вашу поддержку, она нам очень помогла, чтобы получить хорошие результаты. Спасибо вам еще раз и удачи желаю.